Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, по традиции делаю обзор на свои покупки из китайского сайта NewChic. Здесь очень много у меня покупочек и по традиции розыгрыш. Заказала вот такую вот себе корзинку для ребенка, для игрушек. Они там ставят, что это, мол, корзинка для белья, но она прекрасно у меня подойдет именно как корзинка для игрушек. Она довольно объемная и компактная, если ее с собой куда-нибудь нужно будет взять. Вот так вот она складывается и помещается вот в такой вот мешочек, который там прицепленный. То есть очень легкая, очень-очень-очень удобно. Раскладывается также быстро. В ней есть еще такие небольшие ручки. Понятно, что там несколько килограмм они там не выдержат, прям очень тяжелые вещи. Но вот игрушки прекрасно мы в ней переносим, то есть без проблем. С одной комнаты собрали и перенесли. Следующее, то, что я себе заказала, очень нужный коврик, вот такой вот мягкий силиконовый, он подходит как для карамелек, то есть можно с ним его сделать вот такие вот именно циферки конфеты, которые я делала и на этом тортике, и на вот таком вот тортике, здесь у меня тоже карамелька. Также можно делать и из мастики, просто чтобы потом не задалбываться и не вырезать ничего, вот такие вот прекрасные циферки можно будет делать. Они довольно крупные, то есть прекрасно подходят именно на тортик ставить наверх. Следующая силиконовая формочка у меня это вот такие вот снежинки. Скоро Новый год и снежинки будут нужны на разных тортиках. Вырезать и долбаться с этим, в общем, очень скучно. А всякие вот эти вот молдики, которые уже были, они уже приелись. Такие формочки у всех есть. А здесь они все разные и очень классные. Следующая позиция это у меня вот такой вот зонтик. Я очень хотела себе прозрачный зонтик. В этот у меня вот с такими вот синими кленовыми листиками, полностью металлический каркас, очень хорошо раскрывается полуавтомат, трость, как я и люблю, чтобы не текло, никуда не капало, то есть очень глубокий и удобный на самом деле зонтик. Вот такая вот у меня еще штучка металлическая, она вешается внутрь раковины, для того, чтобы сюда поставить губку и, допустим, вот какую-то металлическую губку. То есть тоже очень нужна для того, чтобы губка у вас не кисла и не лежала у вас в воде и не просто не валялась. Вот так вот их сюда складываете и оно прекрасно себе висит. Держится хорошо, то есть мне такая штучка очень нравится и очень нужна. Следующая позиция мне пришел вот такой вот тефлоновый коврик. Я уже заказывала там, где просто две штучки. В этот раз заказала на отрез, вот такой вот как бы метровый. И сама его разрежу на три больших противня. Единственный минус, что прислали они его в сложенном виде, а не трубочкой. Что на заломах все-таки, ну точнее заломы все-таки остались. Вот, но это абсолютно не принципиально. Я на этом коврике пеку все на свете. От него просто все отлетает. И безе, и булочки, и все-все-все. То есть я эти коврики именно черные обожаю. Коричневые коврики мне не нравятся, а вот эти черные класс. Самая моя крутая покупка, это от которой я уже просто без ума. Я уже с этим рюкзаком хожу вторую неделю. Он пришел мне самым первым отдельно. Очень вот такой вот крепкий рюкзак, у него очень крепкие ручки, его можно носить как сумку, то есть застегнув вот так вот на кнопочку, и если у вас много, допустим, продуктов нужно нести, ручки тоже очень крепкие, глубокие карманы, тут очень много всяких потайных карманчиков, вот такой вот один небольшой карманчик первый, есть вот такие вот глубокие большие карманчики по бокам. Вот такой вот замочек, который полностью у вас можно сбоку засунуть руку, что-то взять, если вам срочно нужно. То есть, допустим, нужно срочно достать кошелек. Он потайной, то есть, ну, никто другой за него не схватится. И вот такой вот еще один потайной карманчик. В общем, расцветка бомбическая, мне очень нравится. Можно носить как сумку и вот так вот, допустим, собирать его как рюкзак. То есть, очень крепкий и хороший. Я заказала на Али до этого, то был ужасный рюкзак. Пришел, и у него сразу разлезлись эти шлейки от количества того, что я покупаю и ношу. А этот очень крутой, мне прям очень-очень понравился. То есть, я вообще не пожалела. Все ссылочки на данные товары вы найдете в описании внизу под видео. Посмотрите, рюкзак сшит очень хорошо и качественно.
А теперь хочу сказать по поводу розыгрыша. Буду разыгрывать вот такое вот классное сердце с гранями. В основном оно для муссовых десертов, но оно подходит и для выпечки. Очень хороший плотный силикон, устойчивая форма. То есть, ну, вот такая вот формочка и у меня есть. И для тех, кто хочет попробовать себя в муссовых десертах, тоже очень-очень нужна. Для этого нужно быть подписчиком моего канала, поделиться этим видео в любой из соцсетей, и скинуть ссылочку мне сюда под видео на вашу страничку в этой соцсети. Там я как раз с вами потом и свяжусь. То есть обязательно дерзайте, попробуйте. Нужно быть еще жителем Украины, потому что в другую страну все-таки отправить я не могу. Вы можете выиграть вот такое вот классное сердце абсолютно бесплатно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!